Мы выступаем против точечной застройки в центре села Новая Усмань. Между нашими домами, пятиэтажка, трехэтажные дома, собираются строить восьмиэтажный дом, стоквартирный. На этой территории расположена часть детской площадки. По этой территории проходит газовая труба, водопровод, снабжающий водой всю Новую Усмань. И федеральный кабель проходит. Электролинию перенесли, уже проходит. Часть территории загорожена, в том числе захвачена и муниципальная земля. Собираются срубить, уже срублено несколько деревьев, собираются срубить еще около 50 деревьев, здоровых, в самом расцвете сил. Мы хотим сохранить достойную окружающую среду и просим нам помочь.